Как должен был закончиться Assassin's Creed? Стой! Отойдите с дороги! Народ, а ну расступитесь, немедленно! Смотри, это он! Альтаир! Он ассасин! И за ним опять гонится лучшая стража Италии. Ты не думаешь, что он какой-то простак? Магия Альтаира реальна! Магия? Ты серьезно? А по-моему, дело в том, что стражники — законченные дебилы. А, вот он где! Погнали за ним! О, опять сбежал прямо из-под носа. Ну и куда он делся? Наверняка он где-то рядом, я прям чую. Эй, стражник! Да вы, блин, офигели, серьезно, что ли? Видишь? Магия! Вы видели его? Во-во, вот он где, погнали за ним! Тебе некуда бежать. На сей раз точно. Не уйдешь. Я тебе говорю, он волшебник. Он ассасин. Он ассасин-волшебник. Глянь, он летает. Заткнись. А, ну и куда он делся? Я его не вижу. Должно быть, он где-то недалеко. Надо просто смотреть лучше. Он может быть где угодно. Боже мой.